на заре жил, да, в конце, где заправка. Его сожгли, и мне теперь негде было. Когда на заре сгорели, я в 2006-м там сгорели. Я все документы собрал. Под поезд я попал. Позвоночник у меня, как тебе сказать, оторвало. Скальпер с головы стащило. Вот и упал я. Когда однажды он обратился ко мне за помощью, он пожилой человек, выражаться не может, писать не может, ничего не может. Он попросил, я отказать не смел. Я ему говорю, пожалуйста, если я смогу вам помочь, то помогу. А он после пожара 2006 года, он без жилья жил в общежитии. А в общежитии он привык, в сельской местности он жил. В сельской местности приехал здесь в городе работал. Потом на заре он на заводе работал. И там он во время этого работы с кислотой занимался. Глаз брызнул, глаз потерял он. Молодые ребята с прокуратуры все звонили, спрашивали. Это благодаря этим ребятам вот и Иван Васильевич получил это жилье. В связи с длительным неисполнением администрации городского округа город Волжский решение Волжского городского суда Волжской межрайонной прокуратуры 19 сентября 2022 года главе администрации городского округа город Волжск внесено представление. По результатам рассмотрения представления администрации городского округа город Волжск проведен косметический ремонт муниципальной квартиры, расположенной в городе Волжске, площадью 35 квадратных метров, которая в феврале 2023 года предоставлена Казакову по договору социального найма.